Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут доктор Игорь Игоревич Отабеков. Я врач-онколог. Сегодня мы с вами поговорим на такую важную очень тему, как можно заняться профилактикой рака, как снизить риск рака. В два раза я назвал это видео. На самом деле, мы с вами познакомимся сегодня со статьей, в которой говорится о действительно снижении и рисков заболеть раком, и смертности от рака. Там не совсем в два раза, но практически будет в два раза снижение. Так вот. Есть такая статья, опубликована она в июле 2024 года, то есть свежая, вы можете найти по авторам ее легко и почитать. И согласно этой статье пришли к выводу, что 40% всего рака возникает из-за так называемых модифицируемых факторов риска. Что это такое? То есть мы знаем, что рак – это мультифакториальное заболевание, что нужно стечение разных обстоятельств, разных факторов риска, чем их больше, тем больше вероятность. Вот. И, соответственно, есть некоторые факторы риска рака, на которые мы можем повлиять. Есть, конечно, на которые мы не можем повлиять. Ну, например, та же генетика. Ничего мы не можем сделать со своей генетикой. Если есть предрасположенность, то и риски повышенные. А что же можно сказать о других факторах риска, на которые мы все-таки можем влиять? Вот, учитывая, что 40% рака приходится именно вот на эти факторы риска, конечно же, мы можем снизить вероятность рака, воздействуя на данные факторы. Итак, самый, конечно, известный фактор риска, в принципе, о нем знают все, это курение. То есть курение, в том числе и пассивное курение, конечно же, является фактором риска, потому что там очень много канцерогенных веществ, плюс дым раздражающее действие имеет, хроническое воспаление возникает. Вот, эти канцерогенные вещества потом будут всасываться, но об этом чуть попозже. Далее, на втором месте, внимание, на втором месте, это ожирение. То есть ожирение является известным фактором риска для развития рака. Ну, естественно, это из-за хронического воспаления. При ожирении всегда есть воспаление по всему организму, затрагивающее весь организм. Плюс есть, конечно, гормональные дисбалансы, дисбалансы иммунитета. Много инсулина обычно, который является стимулятором роста и размножения клеток, а соответственно увеличивает шансы, ну, и скорость развития рака, если он есть, и шансы возникновения. Далее, употребление, естественно, алкоголя, употребление переработанного мяса, всякие колбасные изделия, полуфабрикаты, низкое употребление фруктов, овощей, пищевых волокон и, если мало кальция в пище. Ну, например, люди, которые употребляют регулярно тот же, например, твердые сорта сыра или, в принципе, молочные продукты, кунжут, у них снижены риски развития рака. Далее. Отсутствие физической активности тоже очень важный фактор риска, который на самом деле приводит ко многим последствиям, не только к раку, но и повышает риски онкологических заболеваний. Ультрафиолет тоже все знают, воздействие солнца. И еще есть канцерогенные инфекции, так называемые. Когда говорят, рак – это все вирусы, или кто-то говорит, рак – это все грибы, рак – это паразиты, это только небольшой процент. На самом деле, действительно, есть связь некоторых инфекций с развитием рака. Это правда. Вот. Поэтому здесь еще мы можем с вами говорить о влиянии на иммунитет, обязательно о борьбе с хроническими инфекциями, ну, естественно, профилактике хронических инфекций. Об этом сейчас поговорим. Итак, давайте посмотрим. Факторы риска, тут все на английском, но я вам сейчас все объясню. Значит, курение сигарет, какие виды рака? Это рак, начиная с полости рта, глотки, носоглотки, языка, легких, естественно, плюс все вот эти канцерогенные вещества, они попадают в слюну, проглатываются, естественно, рак пищевода, рак желудка. Это все всасываться будет. Если всасывается, оно будет выводиться, например, с почками, и будет повышенный риск рака мочевого пузыря, например, или вот можете увидеть даже гинекологические виды рака, то есть лейкозы те же самые. То есть все возможные виды рака, не только, как многие представляют себе, рак легких. Потому что, еще раз, эти вещества, они будут всасываться как с дыхательными путями, так и с желудочно-кишечным трактом, соответственно, оказывая влияние на весь организм. Далее, повышенная масса тела, это тоже доказано, связь с раком пищевода, желудка, желчного пузыря, кишечника, печени, поджелудочной железы, почек, щитовидной железы, матки, молочной железы, кстати. Употребление алкоголя, как вы видите, есть связь с раком рта,
шеи, носоглотки, пищевода, кишечника, печени, гортани, молочной железы. Теперь немножечко о питании. Красное мясо является фактором риска для рака кишечника, толстой кишки. Тут, конечно, есть некоторые сомнения, в принципе, потому что не все исследования действительно показали, что действительно красное мясо повышает риск рака, но все-таки вот мясо признано канцерогеном, и считается, что если вы там будете есть меньше 350 грамм в неделю, то это, в принципе, нормально. Конечно же, переработанное мясо, ничего хорошего нет, в принципе, никому не рекомендуется нисколько, даже 1 грамма не надо. Мало едите фруктов, овощей, мало клетчатки. Все это в основном рак желудочно-кишечного тракта. Ну и, кстати, рак легких тоже. Связь между слабой физической активностью и раком обнаружена в отношении рака пищевода, желудка, молочной железы, почек, мочевого пузыря. И, конечно же, ультрафиолет, связь обнаружена с разными видами рака кожи и меланомой. Почему? Потому что ультрафиолетовый свет является известным канцерогеном, вызывает образование свободных радикалов и повреждение ДНК в клетках, и, соответственно, могут повышаться риски развития опухоли. Теперь очень интересная тема, это, конечно же, вирусы. И, конечно, любимые герпес-вирусы, именно вирус Эпштейн-Барра, связан с раком носоглотки и с лимфомой Ходжкина. То есть, если у человека повышенная активность вирусов в организме, то обязательно нужно проходить лечение, подавлять вирусы и укреплять свой иммунитет. То есть, обращайтесь к инфекционисту, назначат противовирусное лечение, ну а укрепление иммунитета, у меня есть видео о том, какими продуктами можно укреплять иммунитет, где содержатся важные все компоненты, чтобы дать все нужные, соответственно, компоненты для синтеза иммунных клеток. Ну и плюс всякие иммуномодуляторы, такие как, например, лечебные грибы. Например, ранее рассказывал о классной связке рейши плюс траметас, два лечебных гриба вместе. Есть у меня отдельное видео, вот эти картинки я буду показывать. Это значит, что есть такое вот видео, можно его найти спокойно у меня на канале. Вот, в общем-то, проводились исследования именно на пациентах уже, у которых были, например, вирусы герпеса, и у них значительно снижались и те же эрозии, вызванные вирусами папилломы человека, или снижалось количество вируса, то есть в таком плане. Еще раз напоминаю, что очень важно, если вы хотите проверить, есть ли у вас активность вируса, недостаточно сдавать антитела. Антитела только показывают наличие борьбы иммунитета с этим вирусом, то есть, может быть, это было раньше, сейчас много антител, то есть сложно судить. Надо сдавать именно, обнаруживать кусочки ДНК или РНК этого вируса, то есть генетический материал вируса. И причем сдается кровь, там, слюна, моча, какие-нибудь из носоглотки берут мазок. То есть где мы подозреваем наличие этого вируса. Далее, конечно же, у меня тоже есть видео про гастрит, что хеликобактер признана известной канцерогенной бактерией, и хроническое ее наличие приводит и к развитию гастрита, к нарушению пищеварения. Можете посмотреть вот это видео. И к тому, что, к сожалению, повышаются риски рака. Рака желудка, я имею в виду. Далее, конечно же, вирусы гепатит В, гепатит С. Я раньше работал в основном с пациентами поджелудочной железы, рака печени. И вот как раз у пациентов с раком печени практически все, я вот не помню, чтобы кто-то приходил без вирусных гепатитов. То есть они все приходят, у них у всех есть вирусный гепатит. Вот, поэтому это, конечно, сильнейшие онкогенные вирусы, которые вызывают рак печени. И это общепризнано во всем мире. Что делать с вирусами? Ну, что делать с хеликобактером? Понятно, нам надо ее уничтожать. То есть, если есть там трехкомпонентные, четырехкомпонентные схемы с антибиотиками, с защитой слизистой желудка. Плюс есть некоторые народные средства, которые тоже могут помочь в этом деле. У меня есть видео об этом отдельное. С гепатитами, что делать с вирусными гепатитами? От гепатита В существует вакцина, то есть в плане профилактики это очень хорошее средство. Ну и существует еще противовирусное лечение против этих вирусов. Кстати, опять же, те же грибы, такие как траметас, разноцветные, такие как рейши, ежовик гребенчатый, они тоже помогают в борьбе с вирусами. Я когда делал отдельные видео о грибах, вот у меня тут целый ряд, я рассказывал об этом и об испытаниях. Именно даже на пациентах есть испытания, у которых есть вирусные гепатиты. И они были не хуже интерферонов, и в комбинации с противовирусными, например, препаратами, намного чаще
получалось эффективно избавиться от этого вируса, если добавлять к лечению противовирусному еще и грибы. Без, ну, допустим, без грибов у 40% произошло исчезновение вируса, а с грибами у 70%. То есть разница велика, как вы понимаете. Дальше. Герпес, вирус 8-го типа, вызывает саркому Капоши, ВИЧ, тут целый ряд разных видов рака. И, конечно же, вирус папилломы человека, который вызывает различные виды плоскоклеточного рака, то ли это в ротовой полости, в глотке, либо это может быть половых органов. Здесь нас, конечно, интересуют онкогенные штаммы вируса. И против ВПЧ, против основных главных распространенных именно опасных видов, существует вакцина как средство профилактики. Поэтому в подростковом возрасте нужно рассматривать вопрос вакцинации. Ну и опять же, противовирусное лечение, если вирус уже есть. Например, в том видео, о котором я уже рассказывал, про связку рейши плюс траметас, получалось, изготовили специальный гель с этими грибами и использовали его при эрозиях шейки матки на фоне вот как раз ВПЧ. И наблюдалось отличное исчезновение у этих эрозий и вируса. Конечно, это не 100%, но очень хорошие там были результаты, посмотрите обязательно. Немножечко вам информации именно вот статистической, процентной. Вот обратите внимание, что здесь сказано, то, что я вам рассказывал, 40% с половиной у мужчин рака и 39,5% у женщин. Это вот как раз те, которые связаны с факторами риска, которые мы с вами можем, на которые мы можем влиять. Самый главный, основной, это, конечно, курение. Треть миллиона случаев рака связаны именно с курением. И это 1/5 всех вообще случаев рака у человека. Если бы все люди бросили курить, все курящие, получилось бы снизить количество случаев рака в год на практически больше 200 тысяч случаев. На втором месте идет ожирение. На третьем – употребление алкоголя, на четвертом – ультрафиолет. И дальше физическая неактивность. Ну, конечно же, не надо забывать о питании. Очень важно здесь, конечно, наличие трансжиров в питании. Трансжиры приводят к многочисленным проблемам, таким как, например, проблемы с кровеносными сосудами, ну и, конечно, к онкологическим заболеваниям. Об этом есть отдельное видео. Дальше. Что мы можем еще сделать, чтобы снизить риски рака? С вами уже поговорили о питании. Конечно же, мы должны помнить, что есть различные виды диет. Есть так называемая средиземноморская диета, например. Это считается одной из наиболее здоровых вариантов питания. Причем это питание является сбалансированным, достаточно вкусным, хоть и, в принципе, не дешевым. Что здесь еще хорошего, что здесь много цельнозерновых продуктов используется. Как раз вот это оболочки зерен, они являются, во-первых, полезными, там есть витамины, плюс наличие вот этой оболочки, если она не поврежденная, снижает гликемический индекс, то есть углеводы изнутри зерна не будут всасываться, давать пики вот эти инсулина, плюс отличное питание для бактерий, что очень важно для работы всех органов и для иммунитета, и для борьбы с воспалением, и для борьбы с онкозаболеваниями. Также есть другие виды диет, ну, например, я вам говорил, что наличие диабета, наличие ожирения является фактором риска. Так вот, можете посмотреть видео о диетах для похудения, сравнивали, какие из них эффективнее. К этой же теме относится та же самая кето-диета, где минимальное количество углеводов человек получает. И есть у меня еще отдельное видео, что есть, чтобы не было рака. Тут сравнивали напрямую уже разные виды диеты и вероятность заболеть раком. То есть тоже, я думаю, что было бы интересно посмотреть это видео. Я не буду на этом останавливаться в данный момент, потому что я это уже все рассказывал. И не так давно делал видео о грибах в пище. Грибы, я вам говорил, что они полны, кроме всяких полезных микроэлементов, витамина D, волокон, они еще полны бета-глюканов, разных протеинов, которые имеют биологическую активность. Так вот, оказывается, те люди, которые регулярно употребляют в пищу грибы, то есть здоровые люди, просто они едят грибы там каждый день, раз в несколько дней, в частности, шиитаки, майтаки, у них меньше риск заболеть раком. Вот такая интересная информация. И, конечно же, как я уже сказал, клетчатка, пищевые волокна нужны обязательно. Я рассказывал о разных видах клетчатки, какие перевариваются, какие не перевариваются, какие хороши для стула, какие хороши для подпитки организма.
какие будут давать метеоризм, какие не будут и так далее. Вот целых два видео, если я там таблицу давал со сравнительной характеристикой. Обязательно в пище должны быть фитоэстрогены. Разбирал о влиянии фитоэстрогенов на вероятность возникновения рака. В частности, рак груди, рак матки мы разбирали. Рак, кстати, предстательной железы у мужчин. Вот. И оказывается, что даже если у женщины гормонально зависимый рак, то фитоэстрогены могут улучшать их результат их лечения. То есть, казалось бы, нельзя фитоэстрогены при гормонально чувствительном раке. Оказывается, все наоборот, оказывается, можно. И здесь огромное-огромное количество разных уже исследований и даже метаанализы есть. Поэтому я не буду на этом всем останавливаться, просто помните, что фитоэстрогены из пищи, они очень хороши. Далее, что еще очень важно? Хроническое воспаление. Хроническое воспаление – это тот фактор, который приводит к онкологическим заболеваниям. Здесь постоянно происходит образование свободных радикалов, постоянно происходит расстройство работы митохондрий, выработки энергии, возникает повреждение ДНК. Естественно, эти клетки, они, если не удалось исправить эту ошибку, не удалось эту клетку мутировавшую уничтожить, она начинает давать уже потомство в виде опухоли. Соответственно, борьба с хроническим воспалением обязательна. Ну, например, ожирение, как я вам говорил, это хроническое воспаление. Любые источники инфекции в организме, курение тоже дает воспаление, регулярный прием алкоголя дает воспаление, хронические бактериальные вирусные инфекции дают воспаление. Кстати, паразиты некоторые, типа апистрофоза, например, могут давать хроническое воспаление. Но апистрохи, они вызывают, могут повышать риск развития рака желчных протоков, потому что они очень любят жить печень. Поэтому обязательно борьба с воспалением. Я раньше рассказывал об аспирине, малых дозах аспирина, которые снижают риск развития рака в кишечнике. Я никого не призываю принимать аспирин, просто вам как пример. Для борьбы с воспалением очень сильно важно здоровье микрофлоры. Потому что микрофлора, баланс бактерий, здоровая и довольная микрофлора, если мы ее кормим пищевыми волокнами, она помогает бороться с воспалением. Более того, она помогает налаживать иммунитет. Это и защита уже на уровне кишечника, и это противораковое действие. Я рассказывал вот в этом видео про биотики против рака, об интересном случае, когда мышам с меланомой давали иммунотерапию, пытались активировать иммунитет против меланомы. Людей тоже лечат иммунотерапией, но только у единиц происходит полное исчезновение опухоли. Непонятно, почему у одних происходит одно и то же лечение, одна и та же меланома, почему у одних происходит исчезновение всех метастазов по всему организму, а у других она не работает. У мышей наблюдали то же самое и обнаружили, что в кишечнике мышей, у которых была лактобактерия Reuteri, Reuteri, как ее только не называют, у них происходило полное исчезновение опухоли. У тех, у кого ее не было, исчезновение не происходило. А когда пересаживали фекалии вместе с этой бактерией от уже здоровых мышей к мышам, у которых не сработала иммунотерапия, у них тоже начинала работать иммунотерапия. То есть это очень интересно, это вам нам говорит о том, насколько важна микрофлора в формировании иммунитета. О микрофлоре тоже целый ряд видео, повторяться сейчас не буду. Лечебные грибы – это просто интереснейший отдельный отдел аптеки, природной аптеки. Вот это все отдельные видео про грибы, где я показываю разные статьи, исследования, где-то исследования на людях, где-то доклинические, и рассказываю об их уникальных свойствах. На самом деле я очень активно сейчас занимаюсь этими грибами, изучаю их, и зачастую можно увидеть очень интересные эффекты. Например, кто-то пишет, что 20 лет страдает мигренью, постоянно на таблетках, начал принимать Трометас, пропала вся головная боль. У кого-то нормализуется давление, а у кого-то вообще не работало пищеварение. В течение многих-многих-многих лет человек постоянно на ферментах, на урсодезоксихолевой кислоте, вообще у него постоянно вздутие, молоко пить не может, глютен тоже непереносимость. Начал пить лисичку, все прошло, все прекрасно, причем буквально за 2 недели. То есть вот такие интересные вещи, которые мы еще пока плохо знаем и плохо понимаем, но стараюсь собирать информацию по этому поводу на основе вот отзывов людей. Или рейши тот же, когда у мужчины, допустим, была аллергия на кошек, это известный опубликованный случай, и он начал употреблять рейши, и аллергия полностью пропала. То есть он смог завести себе кота.
другие грибы, например, используются, могут помочь реально для лечения депрессии. Я знаю людей, которые смогли слезть с транквилизаторов и антидепрессантов только на одних грибах. У меня есть чат грибной, если хотите, присоединяйтесь, я оставлю ссылку в описании. Ну и, конечно, есть отдельное видео для тех, у кого есть уже рак. Это не профилактика, это именно вот о противораковых грибах, в принципе, при разных видах рака, при опухолях мозга тоже. Причем тут много клинических испытаний именно на людях. Итак, дорогие друзья, я думаю, что вы на сегодня уже смогли определиться для себя, что действительно здоровый образ жизни крайне важен, и что одним здоровым образом жизни мы можем предотвратить до 50% всех видов рака. Конечно, есть некоторые вещи, на которые мы влиять не можем. Часто кто-нибудь пишет, он не пил, не курил, был спортсменом, но вот он заболел раком. Конечно, еще много разных факторов риска, о которых мы с вами не сказали. Например, тот же газ радон, который мы не видим, не чувствуем. Он зачастую есть во многих помещениях, особенно если низкие помещения. В некоторых регионах его особенно много, он может выделяться из почвы. Он радиоактивный, он может вызывать рак легких, при том, что человек не курит. То есть факторов риска на самом деле очень много. Но с радоном бороться несколько сложнее, плюс измерить его достаточно сложно. А вот это то, чем может заняться любой из нас, в принципе, уже сразу. То есть давайте еще раз с вами повторим. Первое. Вредные привычки. Курение, алкоголь. Второе. Борьба с лишним весом и физическая активность крайне важны. Третье. Здоровое питание, отсутствие всяких канцерогенных продуктов, отсутствие переработанного мяса, трансжиров, достаточное количество кальция в питании, пищевых волокон. Следующее. Защита от ультрафиолетового излучения. Не надо загорать в жаркое время суток. Утром и вечером можно выходить на солнце. Плюс использование всяких солнцезащитных кремов, особенно если солнце очень интенсивное, использование одежды для защиты. По кремам, кстати, у меня есть отдельное видео, где я рассказывал, в чем разница, какие лучше выбрать. И пятое, это, конечно, борьба с воспалением, с низким иммунитетом и с хроническими инфекциями. На этом на сегодня все. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. И надеюсь, я вас немножко промотивировал заняться прямо сейчас своим здоровьем. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите о них в комментариях. Вы знаете, что с YouTube сейчас проблемы, поэтому обязательно подписывайтесь на Telegram-канал, чтобы не пропускать новые видео. И я вам, конечно, всем желаю здоровья, хорошего настроения и боевого духа. Всего хорошего, до скорого!